Йоги, с вами Шмеки, мы продолжаем проходить игру под названием Вальфариса. И мы преодолели порог, связанный с... Что это за звук? Мы непонятно где, короче, находимся. Я, конечно же, сохраняюсь. И, походу, я сразу пришел к какому-то новому боссу. А кто посмел осквернить мое прекрасное сокровище? Что ты... Так, что? Ты об этой куче хлама? Дерзкий наглец. Я с удовольствием добавлю тебя в число своих трофеев. Так, я не знаю, что он будет делать. Короче, понял, что лучше... Стой, а если я буду... Так, я понял. Серьезно? А-а-а. Ну вы поняли, да, принцип драки с ним? Короче, да, нужно сразу, когда меньше половины становится. Так, давай сразу. Так, и сразу. А хотя я мог на эти запрыгивать. Так, отправляйся туда, где тебе и место. На свалку. Максимум число идолов увеличено. Ну смотрите, в принципе, мы убили босса. В принципе, когда эта херь закрывалась, я мог на нее запрыгнуть и просто подняться.
Но видите, в конце я еще мог издохнуть, то есть обломками, которые он мне кидал. Адский молот. Так, производит мощный взрыв на близком расстоянии. Так, подожди, как я понял, оружие, походу... это дробовик. Так, нажмите R, вставить идол, возвращение, получили кровавый металл. Ладно, я понял, лучше этого не делать. Сейчас сдохну, хер знает откуда начну. Хотя сохранение было. Так. Эко-купола. Когда-то это место напоминало цветущий рай. А теперь это жуткие джунгли. Эко-купол. Так, какой-то... какая-то смерть. Давайте я посмотрю, что вообще могу... Я ж могу изменять оружие, как я понимаю, да? О, не, давай я, наверное, адский молот изменю лучше на бластер. В смысле? Ну, бьет он как бы одинаково. Мне кажется. И... вау. Я понял. Сраный лесок. А вы надоели. Мне кажется, они бесконечные были бы. Так, ядовитые росточки. Я буду сразу вставлять блоки. А, они еще плюсы временные. Ты, ну они, видите, с одной этого умирают, с одной тычки. Что за хрень? Так, металл получен. Готово. Сейвимся. Бэм. Я могу, в принципе, улучшить ничего. Пошли в сраку. Я так и понял, что они бесконечные. Не знаю, что это было. К этим... Не, вот мне не нравятся такие игры, где... враги бесконечно. Вылазят, вылазят, спавнятся. Прикольно. Да, нужно пистолет улучшать, потому что пистолеты здесь имба.
так мне нужно всего лишь один раз было подобрать. Тогда нормально. Так, когда он проходит, короче, яды, да, начинает. Вау. Давайте я место нашел. Ну да, я бы сюда мог не попасть. Даже опасно было. Волчи осень. Так, выпускает потусторонний луч, обжигающий цель. Чем дальше он выстреливает на врага. А, чем дольше он воздействует на врага, тем сильнее урон. И жертвы выпрыскивается. Так. Призраки волка. Го, попробуем. Ну, типа она у нас. А, я понял, все, возвращаюсь. И... Единственный минус, который я могу здесь сейчас сказать, радиус использования. Он еще при этом не заставляет врагов плеваться к этой херней, которой они плюются. Это типа, знаете, мини-огнемета. Типа бегай, брызгай, все. Все. Ну да, мне кажется, с ним повеселее будет, но в тот же момент и сложно. Не, ну это прикольно. Рушка. А, блин, короче, эти жуки, рыбы, я не знаю, что это. Они в основном просто грузят. Поэтому нужно больше обращать внимание на этих больших жуков. И да, видите, они еще и яд уничтожают вот этот. Которое растение разбрызгивает. Потом это еще вдвойне лучше. У-у-у. Вот это не шарю.
Так, у меня хп мало. А, повезло. Не, я пока с этой пушкой побегаю. Хотя, подождите. Все равно, да, мне нужно будет улучшать. Почему бы нет? Давайте улучшим. Повышает на силу, она понятно. Ладно, давайте я пока что снова вернусь к этой пушке. Мне кажется, если бы у меня этот был. Если бы у меня был ледяной. Я бы так не пострелял, на самом деле. Не, я все-таки плюс понял. Тогда дайте мне вернуться. Ну, у нас еще плюс получается был босс, да? Я понял плюс той пушки. Нам еще дают. Последний с разрушением. Последний с разрушением. Выстрелили весь поток снаряда, наносящий большой урон на рас... Так, но расходует много энергии. Но если он ваншотит, почему бы и нет. А, энергия ж не восстанавливается, я забыл. Давайте я ослаблю его, наверное. Подожди. Выстрелить потоком снаряда наносящий большой урон. То есть большой, ну, в принципе, пускай, ладно. Улучшение. Повышает силу. Давайте, наверное, лучше изменю, да, на волчок. И улучшу его. Повышенная сила. Мне ж просто интересно, как он будет стрелять. Он замораживает, и при этом в этом прикол. Знаете, сейчас будет прикольно, если еще и враги при этом будут. Да, запрыгивай быстрее. Вот наши враги. Да, они будем... На них застрять внимание. Так, у меня должно быть два, да, сейчас? Да, два. Откуда мог я знать, что там будут враги? Ну, я, конечно, знал, но... Я не придавал этому значения. Хотя он бы меня не тронул и не убил. Металл, тихо. Металл я возьму. Да, вот здесь вот хорошее сохранение. Не, знаете, на самом деле, я не сказал, что игра сложная, но ей нельзя даже, ну, тоже считать и легкой. Что однозначно, здесь есть и сложные моменты, и есть легкие моменты. Да, пушка улучшена, но что-то не видать.
Давай. Здесь, короче, я понял. Первого мы убиваем с вот этой ледяной пушки. Второго мы убиваем с помощью новой нашей пушки. Как раз и посмотрим, насколько она отличная. Так, нас накоцало. Ну, кислота уже близко. Кислота близко. Бац. Бац. А нет. Так, наверху видится какой-то просвет. Видимо, это выход. Соблюдайте осторожность. Согласно показаниям датчиков, поблизости находится крупная форма жизни. Предположительно, какая-то членистоногая. Прихлопну букашку. Это я могу. Так, значит, советуйте мне сохраниться, да? Как дальше? Отсюда я не могу, да? Но я понял, что это за босс. О, нет. Ай, черт. Как это дерьмовая пушка. Лучше. Нет, стой, мне нужно изменить. Давайте адский молот попробуем. И, наверное, изменить я поставлю пистол. Вот, поехали так. Палки. Я понял. Ай-яй. Ага. Тут у тебя и дорога, насекомая. Вверх, вперед. Да ладно. А я думал, я в воздухе буду стреляться. Так, пистолет в Ролла. Стрелять непрерывным потоком дальнобольных пуль. Я могу металл использовать. Хотя...
Я не знаю, я могу просто оставить став, бля, потом. Поехали. А я, короче, не буду использовать металл превращать. Чужинародные организмы устроили огромное гнездо вокруг теплообменника цитадели. Другого пути нет. Тебе придется пробраться через улей. Не сомневаюсь, что она так... Что это напасть дело рук моего отца. Я заставлю его расплатиться кровью за пренебрежение к моей родине. Так. Я не знаю, насколько будет пистолет хороший. Давайте сразу я посмотрю. Если его улучшить... Так, не то. Повышается дальность. Нет. А насколько дальность? О, так, дальность тут хорошая. О, сразу видно фрезы. Пистолет дерьмо. Обоснованно. Давайте лучше. У каждого, короче, на каждом босса есть свой предмет. Хорошо, больше хп. Если ты не даешь, встаешь. А, смотрите. А, не знаю, они могли через эту трубку стрелять? Есть минус в пушке, то что... Ну, здесь постоянно, видите, идет урон. Урон постоянный. В чем прикол? Прикол в чем? Вход в улей закрыт какой-то мембраной. Как мне пробраться внутрь? Мембрана, так, реагирует на форму обитателей улей, занимающихся высокосложными местной иерархией. Привлеки внимание солдата улья, убей и получи его кровь. Изучиться так. Гадко. Аж. Подозреваю, что они делают, это будет еще отвратительно. На деле. А, вот оно так даже. Я потерялся. А, то есть я убил этих всех, чтобы дойти до вот этого и сдохнуть. Прикольно. Ладно, давайте тогда, я думаю, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.